Всем привет, с вами Прия. Сегодня рассмотрим аксессуары на бойцов дальнего боя. То есть открыл я жреца, ветки тьма. Можно, конечно, и каких-либо других открыть ребяток, скажем так. Хотя, это такое себе уже. То есть тут всякие пойдут трини на ловкость, трини на какие-либо там прочие статы. Давайте откроем, допустим, шамана в стихиях и будем рассматривать конкретно под него аксессуары для бойцов дальнего боя. Итак, 5 аксессуаров, которые весьма интересны по своему принципу. Начнем же. Сразу скажу то, что этот аксессуар, он используется как хилами, ну то есть может упасть вам как на хила, так и на бойца дальнего боя. В каком спеке его использовать, думайте сами. Некоторые аксессуары будут, скажем так, переплетаться между собой. Открыв сейчас охотника, то есть по факту бойца дальнего боя, мы увидели какие-либо аксессуары, которые я рассматривал в прошлом видосике, где были аксессуары для миличников. То, что там всякие проки силы, проки ловкости. Так что, если вам оно интересно, посидите, поищите видосик и обязательно это дело гляньте. Итак, начнем же рассматривать другие аксессуары. Потускневший медальон часового. Пассивная искусность. При использовании КД 2 минуты вы призываете призрачную сову, которая атакует вашу цель, нанося ей дамаг от тайной магии раз в секунду в течение 20 секунд. Ваши атаки дальнего боя и заклинания, направленные в этого же противника, продлевают время существования совы на 1 секунду вплоть до 30 секунд. Дополнительный дамаг от этого аксессуара, если же цифра дамага будет больше, чем 5000, все будет классно. Если она останется на месте, все очень плохо. Итак, Кадила. Пассивная универсальность. И ваши атаки заклинания дальнего боя с некоторой вероятностью могут призвать копье страданий. Через 3 секунды копье полетит в цель и нанесет дамаг от темной магии всем задетым противникам. Скажем так, это как ледяной шип насквозь. Ну да, что-то типа такого. То есть, возможно, когда мобы будут стоять линией. А, так это подобие Синдрагосы, скажем так, которую Frost DK запускают в инстах частенько. Вот что-то похожее, скажем так. Забавно, забавно. Но тот дамаг, который написан, он точно будет отмасштабирован, потому что 143 урона от темной магии всем задетым. Да ну не. Не-не-не-не-не-не. Талисман. Пока вы стоите на месте, вы накапливаете скорость раз в секунду и повышаете его на 392, конкретно в 885 аксессуаре. При рассмотрении эпохального аксессуара эта цифра повышается. Эффект суммируется 10 раз и время его действия 20 секунд. То есть, если вы сделали шаг, баф спадает и получается так, что вы накапливаете его по новой. У вас есть 20 секунд на то, чтобы либо просто побегать при использовании этого аксессуара, либо реально постоять и покастовать весьма нормальное время и поднять свой ДПС или ХПС, скажем так. КД 90 секунд. Далее, ужас из глубин. Пассивный крит. Атакуя в дальнем бою и используя заклинание, вы с некоторой вероятностью можете призвать чудовище из глубин, которое целиком заглотит вашу цель и нанесет урон от сил природы, равномерно распределенного между вами и всеми ближайшими противниками. Не понял, честно говоря, не понял что-то. Равномерно распределенного между вами и всеми ближайшими противниками. А зачем распределять дамаг между мной? Типа, что-то не понял. Что-то как-то сложно. Мой танковский мозг не может этого понять. Окей, надеюсь, найдутся умные люди, которые поймут это. Далее, аксессуарный интеллект. Вы накладываете на цель эффект коварная порча, позволяющий накапливать заряд раз в 2 секунды. Через минуту порча овладевает противником. То есть это получается за минуту 30 каких-то вот этих эффектов накопится, да? Через минуту порча овладевает противником, нанося ему урон от темной магии. Если противник погибнет под действием порчи, вместо этого произойдет взрыв, который нанесет ближайшим противникам урон от темной магии за каждый заряд этого эффекта.
Хорошо. Это аксессуар, который будет являться тиковым, скажем так. То есть выкинули этот дебаф, эту порчу, вы его закинули в моба. Вот. Через минуту он оттикает и нанесет дамаг соло таргет, если цель будет живая в этот момент. А если цель погибнет менее чем за минуту, за этот отрезок времени имеется в виду, то нанесется АОЕ дамаг. Все просто. Честно, что-то мне кажется, бойцам дальнего боя не особо-то повезло в плане аксессуаров. Потому что, рассмотрев аксессуары на бойцов ближнего боя, танков, хилов и вот бойцов дальнего боя, все очень плохо. Все очень и очень плохо. Я не знаю, откуда вы будете брать аксессуары. Может, с нового инста что-нибудь дропает интересного. Но что-то да. Так это ангербода. Алло. Это чистый ангербода. То есть, ну... Надеетесь, дропайте ее. Всех вам благ. Ждем 7-2. Кастеры, я думаю... Все будет нормально с вами. Вы выживете в этих тяжких условиях. И дропните себе реально то, что хотите. Вы люди сильные, у вас все получится. Всех вам благ, счастья, здоровья. До скорого.